Почему сегодня уже и сама парламентская ассамблея Совета Европы заговорила об принципах гибридной войны? Именно потому, что в сегодняшний день мир меняется, условия влияния на людей меняются, и то, что раньше сделала 9 грамм свинца, сегодня может сделать одна строчка команды в компьютере. Это может быть и кибератака, это может быть атака на принципы и мнения. И сегодня мы должны понимать, что если кто-то из участников мирового политического, геополитического сообщества будет применять такие методы, то это методы сравнимы с терроризмом, где люди без собственной воли подвергаются соответствующему влиянию при выборе политических систем, при выборе руководства своих государств, а в том числе формирование мнения о других лицах. То есть можно сделать псевдо-врага или псевдо-друга, и человек, используя манипуляции, может выходить уже с собственным мнением, которое на самом деле ему навязано.